Сейчас проходит чемпионат Харьковской области по смешанным единоборствам по версии KFC. Принимают участие почти 70 человек со всей области. Тут будет отбор, после чего будет чемпионат Украины уже по этой версии, по версии KFC. И лучшие попадут просто туда. Название Карс – это происходит от имени древнего армянского города Карс. Мой дед оттуда, и он рассказывает, что там в 19 веке проводили такие бои, ну, такого характера, такого образа. Состав этой организации входят спортивные клубы, секции, то есть филиалы разные. Музыкальная рэп-группа Cars Music Motivation – это новое направление. Cars Promotion – мы, кроме любительских турниров, во-первых, сами организовываем профессиональные турниры, во-вторых, продвигаем бойцов, наши бойцы выступают по всему миру. Цель нашей организации – забирать молодежи себе на тренировки, с улицы подростков забирать. Особенно наши дни доказывают сейчас, что есть потребности. Школа ММА Украины конкурентоспособна и запросто может показать мощь за пределами Украины. Сегодня я принимаю участие в турнире по смешанным единоборствам чемпионата Харьковской области. Этим видом спорта я занимаюсь недавно, начинал я с вольной борьбы и недавно стал призером по рукопашному бою на арене «Динамо». Моя цель – стать членом сборной Украины по ММА и выступать на международных турнирах.